Небольшое такое коротенькое вступление. Сегодня поговорим о или об очень крутом человеке, который попал в топ 50 самых влиятельных людей финансового мира. Это Рэй Далио. Вот ему в прошлом году, в 2019 году, исполнилось 70 лет. На самом деле, я уверен, что многие слышали об этом человеке, многие читали его книги. На самом деле, человек очень адекватный. Если, например, Джордж Сорос вызывает какие-то недовольства по поводу там, своих каких-то политических взглядов, Уоррен Баффет не нравится своей консервативностью, то Рэй Далио на самом деле абсолютно адекватный человек, женат на одной женщине всю свою жизнь, четверо детей, и по сути дела, мало того, что он очень-очень-очень крутой финансист, его нельзя называть трейдером, потому что в фонде Bridgewater, чтобы просто вы понимали, цифра 180 миллиардов долларов, космическая вообще цифра 180 миллиардов долларов, и его как бы нельзя причислить никакому складу. Например, если есть такой, будем говорить так, трейдер, которого зовут Стивен Коуэн, которого тоже приблизительно 19 миллиардов долларов, чтобы вы понимали, Стивен Коуэн и Рэй Далио абсолютно одинаковое состояние, да, приблизительно где-то порядка 19 миллиардов долларов, это на цифры на 2020 год, что у Рэй Далио, что у Стивен Коуэна. Кстати, кто не знал о Стивен Коуэне, Стивен Коуэн это человек, который хозяин хедж-фонда SAS и человек, который стал человеком благодаря, будем говорить так, на истории которого был снят фильм «Миллиарды», да, то есть он стал прародителем фильма «Миллиарды», сериала «Миллиарды». Так вот, давайте поговорим сегодня о Рэй Далио. Как я уже сказал, Рэй Далио исполнилось 70 лет, дядька по-простому очень крутой, действительно, у него очень-очень хорошие книги, очень интересные. До недавнего времени Рэй Далио никогда не был суперагрессивным трейдером. Скажу первый раз, когда я столкнулся с Рэй Далио лично. Ну, лично я его не знаю, имеется в виду лично с его стратегией. В 2014 году появились клиенты, которые сказали, что они не хотят заниматься трейдингом, а хотят заниматься инвестициями. И тогда, по сути дела, нужно было создавать какой-то определенный портфель, который поможет сделать клиенту сбалансированное состояние его денежных средств. А у Рэй Далио был портфель, который там он начал еще вести в 70-х годах. Он не очень сильно бил рынок, скорее всего, я думаю, что в этом году или в прошлом году будут рекордные цифры по Рэй Далио портфолио. Но до этого Рэй Далио, по сути дела, там шел с очень адекватными цифрами, там 10-11% годовых, ничего такого космического не было, но очень-очень стейбл. В 2008 году, когда, по сути дела, рынок просел приблизительно на 35-40%, Рэй Далио портфель просел, насколько я помню, всего процентов, по-моему, на 16%. То есть, по сути дела, он не бил, может, рынок S&P, потому что очень многие фонды не занимаются сугубо прямым таким инвестированием в S&P, а по-простому он просто, когда рынок проседал, он не терял столько денег, сколько теряет рынок. Так вот, у Рэй Далио был портфель, который состоял, там где-то кто-то говорит 5 составляющих, где-то говорит 7 составляющих, то есть были товарно-сырьевые рынки, золото, нефть, облигации и акции. И в чем заключалось, будем говорить так, правильность инвестирования по Рэй Далио. Рэй Далио разбивал портфель на энное количество частей, и когда та или иная часть какого-то актива сильно падала или поднималась, он ее ребалансировал. Например, если очень сильно поднималась нефть, то по-простому он выходил из нефти и перекладывался в тот актив, который, например, терял. То есть если это было S&P, когда очень сильно рос S&P, он выходил из S&P и начал и заходил, например, в какой-то другой актив. В этом году, я думаю, что сам портфель, если бы Рэй Далио не шортил рынок, а я немножко позже расскажу о том, что Рэй Далио действительно очень агрессивно поставил на шорт рынка, как провидец какой-то. И самое интересное заключается в том, что в этом году это был ужасный показатель для всего. Почему? Потому что практически все активы упали. Нефть упала, S&P очень сильно упал, многие товарные рынки упали. Поднялось только золото, поднялась платина, все остальное, по сути дела, попадало. То есть в этом году можно было получить очень и очень серьезный убыток по рынку. Теперь расскажу, что произошло несколько дней назад. По-моему, насколько я знаю, там вчера вышла эта новость.
Рэй Далио сказал, что он ни в коем случае бы не покупал американские облигации. Первое, почему? Первая проблема в том, что облигации на сегодняшний день практически ничего не дают. Насколько я помню, приблизительно 0.6% дают американские облигации. Некоторые там чуть-чуть выше нуля. То есть Рэй Далио сказал, какой смысл вообще сейчас покупать какие-то американские облигации, если риска много, а толку, как он сказал, мало. Что Рэй Далио на сегодняшний день волнует? Его волнует одно. Как страна будет восстанавливаться и как мир будет восстанавливаться? Просто, чтобы вы понимали, Рэй Далио предсказал, не знаю, откуда такая цифра, но я думаю, что если у человека 20 миллиардов долларов, ему можно послушать. Рэй Далио предсказал, что экономика, всемирная экономика, экономика мира, суммарно потеряет приблизительно 20 триллионов долларов. И он задал такой очень красивый вопрос. Кто будет за это отвечать? Вот это очень и очень важный фактор. Кто будет за это отвечать? Ну, будем говорить так. Страна печатает деньги. Деньги, естественно, когда появляется большая денежная масса, они очень сильно генерируют инфляционные параметры. И на что Рэй Далио сказал? Мы потеряем 20 триллионов долларов. Вопрос один, кто за все это будет отвечать. Немножко предыстории Рэй Далио, кто он такой, откуда он выходец, почему, в принципе, он стал крутым. Может, это правильно, может, неправильно. Билл Гейтс ушел из колледжа. Рэй Далио закончил Гарвардский университет, получил MBA, да, то есть высшее образование, получил MBA в Гарвардском университете. И что самое интересное, что Рэй Далио начинал работал на флор, на полу Нью-Йоркской фондовой биржи. То есть, по сути дела, у него действительно есть очень хорошее базовое образование. Значит, вы знаете, что самое интересное? Значит, первое. В ноябре месяце прошлого года, в середине ноября, Рэй Далио поставил 1,5 миллиарда долларов на падение американского рынка в опционах. То есть, кто знает, что это такое, то вы должны понимать. Если, например, рынок упал 30%, да, то опционы могут дать 150-200. То есть, что это значит? Видите, он поставил 1,5 миллиарда долларов на падение рынка. И самое интересное, что он сказал, пока он еще не ответил на этот вопрос, откуда взялась эта цифра и почему именно он сказал, что падение будет в марте. Но он сказал, что падение будет в марте месяце и еще в ноябре поставил 1,5 миллиарда долларов на падение. И самое интересное, что в марте месяце, в начале марта, Рэй Далио поставил 1,4 миллиарда долларов на падение рынка Европы. И очень хорошо на этом заработал. Да, кто-то скажет, что такое 1,4 миллиарда там от его цифры. Это всего 1%. Я согласен. Но вы не забывайте, что у таких игроков, как он, 85, а то и 90% портфеля лежит, будем говорить так, в каких-то безопасных активах, где он более-менее неплохо сбалансирован. Все остальное, весь остальной баланс и вся остальная прибыль как раз именно и получается у таких крупных игроков за счет того, что они на маленькие суммы берут очень высокие риски. То есть вы должны понимать одну вещь, что даже если он потерял весь 1,5 миллиарда долларов от 180 миллиардов долларов, которые есть под управлением у Bridgewater, это 1%. Да? То есть даже если он потерял весь безрисково, просто тупо взял весь риск, 100% риски, потерял 1,5 миллиарда долларов, то он потерял 1%. Вот ответ на ваш вопрос. То есть из-за того, что он потерял 1,5 миллиарда долларов, и его за это никто не будет винить, потому что это всего 1%. Запомните. То есть на все остальное его задача, естественно, заработать. Но сами цифры, сами месяца, когда ставятся, например, в ноябре, до того, как прошла ситуация с Китаем еще, ситуация в Китае началась в декабре месяце, еще до того, как произошла ситуация в Китае, в ноябре человек ставит на ставку рынка, то, что рынок упадет в марте, я не знаю, может, он с Вангой дружил или еще с кем-то дружил. Но эта ситуация для меня такая очень и очень интересная. Что можно еще сказать про Рэй Далио? На самом деле, человек очень интересный. Вместе с Билл Гейтсом дает огромное количество денег фонд Билл Гейтса и его жены. Очень много занимается помощью, помогает, по сути дела, всем. Люди из его окружения говорят, что он действительно очень интересный человек. По сегодняшний день, помимо управления активами, что он сделал? В прошлом году он ушел с поста, будем говорить так, генерального директора и, ну, в прямом смысле слова, не занимается управлением Bridgewater. Да? То есть он передал генеральному директору
«Бразды правления», не помню, по-моему, Алан Рубинштейн или забыл фамилию, кто сейчас генеральный директор Bridgewater. То есть, по сути дела, он ушел. Многие уходят сейчас с управленческих должностей. Билл Гейтс ушел с управленческой должности, осталось всего несколько людей. Ребята с Гугла, Брин и Лэри Пейдж ушли. И очень многие уходят. Денег много, можно заниматься своим делом, и не надо сильно отвечать. Ну, это все, что я хотел вам рассказать о Рэй Далио. Почитайте его книжки, у него действительно очень хорошие книжки «Принципы инвестирования». Книги очень интересные. Он действительно очень неплохо разбирается в экономике и ее очень хорошо описывает. И я думаю, просто человек, у которого 20 миллиардов личное состояние, и человек, который управляет фондом в 180 миллиардов, я думаю, что будет вам очень интересно послушать. Сегодня было такое достаточно интересное включение. Я думаю, что вам очень понравится. Я попытался собрать все факты и выразить свое собственное мнение по поводу этого гениального человека, по-другому его не назовешь. То есть начал он инвестировать и заниматься гораздо позже, чем Уоррен Баффет. Если Уоррен Баффет начал заниматься там в 50-х годах, там и Уоррен Баффет постарше на 16 лет. Уоррен Баффет, по-моему, 86 лет, а Рэй Далио 70. И Уоррен Баффет начал где-то в 56-58 или 54-й год, а Рэй Далио начал инвестировать в 74-м, по-моему. Он первый раз открыл Bridgewater у себя дома, сделал такой маленький офис. Поэтому он очень интересный человек, очень хороший человек, очень интересный персонаж. Поэтому почитайте книжки, думаю, что вам очень понравится. С вами был Александр Герчик, наша любимая компания Герчик & Co., в которой в любое время можно зарабатывать деньги и до кризиса, и во время кризиса, и после кризиса. Так что, друзья, оставайтесь с нами, будем вам приносить очень интересные новости. Всем удачи и читайте Рэй Далио. Вообще читайте мысли умных людей.